мы ездим по разным странам, мы много гастролируем, мы много радуемся и всем довольны. А мы сейчас делаем очень активно детскую программу. Для нас это очень интересный, важный эксперимент. Мы придумываем инструменты, мы ищем новое звучание и хотим его реализовать именно в детской программе. Огромное желание навести наконец-таки установить какую-то справедливость, потому что мы родителей все время забираем на вечерние концерты, забираем, а дети скучают в это время без них, грустят, обижаются. Мы должны были как-то компенсировать это отсутствие родителей вот таким реверансом в сторону детей, чтобы их тоже пригласить вместе с родителями на концерт. Нам кажется, что это такой проект, который, даже как бы это, можно сказать, подпроект «Серебряной свадьбы», но он еще только в стадии начальных своих шагов. Мы хотим, чтобы он разрастался, становился полноценным, большим, таким концертом совершенно невероятным. Мы хотим проводить ее неоднократно, довольно часто, детей вместе очень много. Нам хочется, чтобы у всех детей произошло какое-то переключение в мозгу, чтобы в мире что-то, в конце концов, произошло победное такое и, как это сказать, превосходящее по силе влияние страшной телеиндустрии, такой мультяшный и разлагающий мозг человечества. И мы думаем, что это на много лет вперед. У нас такая большая, долгая работа, пока выкристаллизуется такая вот очень сделанная, созданная, театрализованная программа. А 21-го мы будем показывать программу, которая уже была показана в Минске. Программа «Латерна Магика», «Волшебный фонарь». Но с течением времени, за последние полгода, пока мы играли в разных городах, в различных путешествиях, она уже как-то трансформировалась, обросла еще какими-то новыми песнями, новыми штучками. И нам очень хочется ее показать в теперешнем виде. Конец, так называемый конец света, и этот весь нелепый ажиотаж, который поднимается возле этой даты, очень нам помогли. Очень такая дата, пятница, прекрасный день. Был совершенно не занят, никто в этот день не собирался играть в «Репаблике». И пока эта дата была свободна, мы ее и заняли, потому что пятница – прекрасный день. Мы даже, будучи людьми здравомыслящими и очень влюбленными в науку, мы отрицаем всяческие слухи о возможном конце света и считаем это мракобесием и вздором. Никакого конца света не будет, так говорят все настоящие ученые, особенно астрономы, официально нам объяснили это. И мы не верим ни в какой конец света и намерены эту пятницу провести так же, как всегда, весело и насыщенно.